Предприниматели возмущены состоянием индустриальной зоны Туркестана. По плану чиновников, она должна была стать площадкой для запуска современных и крупных производств. На деле же оказалась головной болью для тех, кто построил там 22 предприятия, а теперь вынужден выживать и выпускать продукцию в непростых условиях. Марина Низовкина с подробностями. Высохшие шпалы и неприкрепленные друг к другу рельсы. Так выглядит ремонт железнодорожного полотна на 38 миллионов тенге. Эту сумму из бюджета на проведение работ в индустриальной зоне Туркестан потратили в прошлом году. Эффективность ремонта налицо, возмущаются предприниматели. По этой железной дороге не то что грузы перевозить, даже пешком идти опасно. Мы писали в администрацию, нам ответили, что ремонт здесь сделали. По документам сделали, но вы посмотрите как. Здесь ни одного вагона за 7 лет не проехало. Железнодорожный тупик – это не самая большая проблема предприятий в индустриальной зоне Туркестан. Здесь различную продукцию выпускают 22 небольших завода и цеха. Правда, делать это приходится с большим трудом. Из-за перебоев с электричеством и слабого напряжения порой выходит из строя оборудование, и на его ремонт предприниматели тратят миллионы. Другие копят деньги на то, чтобы подвести к цеху газ. Без него производство стоит. Магистральную трубу здесь построили за счет государства. А вот подвести к своему цеху газ бизнесмены должны своими силами. Один говорит, для подключения нужно 3 миллиона тенге. Другой говорит, 5 миллионов тенге. Проблема с газом очень острая. Сколько соседей не могут выпускать газоблоки. Им нужен именно газ, и предприятия стоят. Уже сколько лет люди об этой проблеме говорят. За это время предприниматели кому только не обращались. На состояние индустриальной зоны Туркестан жаловались они и депутатам, и акиму. Градоначальника, говорят люди, за это время уже трижды поменяли, а решить проблему никому из них не удалось. Комментировать состояние индустриальной зоны местные чиновники на этот раз отказались. Марина Низовкина, Виталий Заянтинов, Атамикен Бизнес, Туркестанская область.